Громко сильно. Так, всем привет, это инди-ужастик. На английском языке на данный момент самая страшная игра. Ладно, долго разговаривать не будем. Начнем, пожалуй. Новая игра. Так, легкая. Начинаем. Слышишь, как он дует? Вот он, он там орёт. Так. My name is David Jason. Что-то пиздит на английском. I make a living out of scaring other people with made-up stories of ghosts, of poltergeists, of the supernatural. А он говорит, что он скептик. Of course, I've never seen these spirits, nor do I believe in such things. A skeptic. That was until I visited Blackwater Maternity Hospital. It was operational in the 1940s. Until a plague struck, killing hundreds of mothers and their children. I geared up and started my journey towards Blackwater. Сделано так. So the horrors awaiting me. Да нормально так. Недолго действительно. Ой, это. Конечно. Ночью, блядь, игра. А че не выплыл? Интернет. Не, у меня там другое видео загружалось. Так, берем вот эти батарейки. Берем таблетки, бля, Виагру. Нет, это, ну, есть такие таблетки специально. От живота, да? Нет, не от живота, а от другого дела. Или для другого дела. Для другого дела. Что страха? Может таких? Может и есть? Нет. Как видишь? Просто попить папки. Это что было? Это птицы были. Ну, летучие мыши. Да, так, идем по дорожке. Может сделать темное пространство? Да и так темно. Бежим. Бежим. Случайно нет слендера? Нет. О! Блядь, у нас совсем фонарик, блядь, тухнет. И тухни, сука! А батарейки? Батарейки две штуки. Так. Нет, еще рано. Они еще понадобятся. Ну, ты, не ты играешь, тебе не страшно. А прикинь, в темноте ночью играть. Это госпиталь, кстати, для беременных. А, ну, человечек что, беременный? Родильный дом, короче.
Это проклятое место. Ну сиди да разговаривай тоже микрофон. Открываем шкаф. Ну тут ничего нету, бля. Ничего нету. Так. Сколько кишки? Какие кишки? Какой-нибудь монстр выйдет из Слендермена. Вот тебе кишки бери. Там, представляешь, бля. И как? Дэд. Оно здесь. А кто оно-то? Энд. Или если я неправильно перевел, может. Ты же английский? Ну я вижу, что не русский. Что не русский. Так, открываем. И кишки. Какие кишки? А то я играла в игру. Там кишки изъя. Кишки были. У тебя не будет плохо слышно. Сидишь на таком, сидишь. Здесь да, нет, да. Нихуя вообще, бля, нихуёво, чё. А ты когда играл, у тебя что-то было там? Сейчас увидишь. Чё, испугался, что ли? А ты как думал? Чуть не перестрелся. Смотри, не обделайся, потом кто будет убирать? Ну... Не оборачивайся. Почему? Написано на стене, не оборачивайся. А нихуя я ключик был. Ты видел, какой ключик был, блядь? Да. Ну что им открывать, блядь? Нихуя ключик, блядь. Вернись. В жопу не влезет, а. Обернись. Дальше я не помню, что там поется. Блядь, у нас совсем цвета нет, ёбаный хуй. Че делать? Так. Срать. Я же говорю, что шкафчики кишки не выдают. Бля, я боюсь уже шкафчики открывать. А там же еще не будет. Нет, нет, ничего. Так, как свет-то включить совсем? Батарейка. О! Так. Че, уже будешь шкафчик открыть? Ну вот этот нет. И вот этот нет. Тебя вдруг откроешь, там голова такая валяется. Ты это знаешь? Нет. Это будет? Я не знаю, не попадалось. Я не ну сейчас, конечно, день, но очень страшнее играть в эту игрушку, потому что я уже играл в нее. Мне захотелось еще. А мы тоже скажем. Ну сейчас уже не очень страшно. Ты испугался этих костей? Эти упали? Когда открыл, да. Когда уже упали, нет. Вот я когда тоже открыл, пиздец, нахуй, мне дрожь пробила. У меня с головы до ног. Впереди чем-нибудь будет еще. У меня с головы... Стой, там монетка была. А ты не слушай! Сам поиграй вначале. Понял. А сам поиграй. Я буду сейчас капчик лягать. Хочешь обзор не сделать? Да? Показывать будешь, что делать? Не, давай так. Я буду говорить микрофон, так, а ты под... за меня играть. Подожди. Там что-то было. Ничего нет. Или что-нибудь там выглядит. А там ничего не выпало. Здесь ничего, блин, нет. Сейчас мы обойдем полностью круг. Кружочек.
Звуки, конечно, здесь не очень. Да и двери. Где сейчас он тут что-нибудь лежит? Где лежит? Обрадовался взять такой крипер от Майнкрафта. Как Сандерло не оборачивался. Сандерло не обернулся, ситуация сдох. Меня как-то уже не... Вот если, например, ночью играть, то будет страшнее намного. Страшно? Советую ночью поиграть. Нет! Нет, нет. Да не, я не тебе, я вон, кто смотрит это видео, советую поиграть не иначе. А ограничитесь за сколько лет? Нет, здесь ограничений. А здесь ограничитесь? Хоть с одного месяца. Да? Уверен? Растут? Я уже не очень страшный, когда эти кости упали, потому что я уже знаю, где они лежат. Лом? А где ты валялся какой-то, лом? Или нет? Нет, твоя смерть здесь. Стой. Там что-то было написано. Это много комнат. Не перебей микрофон. Блин, весь кайф испортил. Ля-ля-ля-ля. Дальше проходил. Звуки уже какие-то, да? Сейчас реально там, там ребенок приедет. А ты можешь чем-нибудь представить ребенка да в ящик? Что так много комнат, блядь? Так это же больница! Тут беременные бабы лежат. Нет, ни одной не увижу. Блядь. Маленько. Страшно? А мне нет. Вот так страшно? Не-а. А ночью я играл, когда вот я не знал, как включить лампочку, играл вот так. Смотрите первый обзор. Второй. Потом мой. Ну тебе уже будет не так страшно. Потому что я сейчас все увижу, куда идти, и все. Да. Все, мы обошли все комнаты. Мы прошли полностью круг. Так. Ой. Бля, у нас нет теперь нихуя. А эти нужны были? А не понадобились бы? Где? Че так, блядь, дверь хлопает, пиздец? Что ты плакал? Дети? Там кто-то и был. На неё садить можно? Смотри, какие-то непосильные. Вообще погромче. Звуки какие-то не по себе. Кубики валяются. Похоже, зря мы это сделали. Он не открывается. Что такое было?
Чё за хуйня? Страшно? А то. Давай включим тут еще раз. Все, будем сейчас отсюда быстро. Там зомби был. Нет. И шкатулку. Скоро батарейка сядет и все. И что дальше будешь делать? Так, ладно. Пойдем поднимемся на какой-нибудь... Всем пока. Нет, не пока. Пошла нахуй! Там девочка. Блять, я испугался нахуй. Она, сука, вон она, блядь. Чё тебе надо, блядь? А? Пошла нахуй, я тебе говорю! Я сейчас реально испугался. Потому что она обычно была в это нахуй. Она за нами бежит. Сука! Иди нахуй! Испугался? Отбро, блин! У меня вот гонили начал. А ты как будто не испугался. Я испугался, блин, потому что она нахуй обычно в это как стоит, да. Вот где хлопнула дверь. Она обычно там за углом. А прикинь, сейчас здесь будет. Появится. Что будет? Здесь на второй этаж лучше поднимемся. Что будет? Там где-то лом должно найти, блядь. Лом где-то должен быть, а где он? Тут убьет девочку или что? Нет, дверь открыта, там лом нарисован. Она нас убить хочет. Почему? Девочка эта. А она может быть? Может. Иди нахуй, шлюха! Просто... Сволочь, это как Слендермен, блин. Девочка, за нами уходит же. Обернись. Сука, это гасится нахуй. О, крыса, иди сюда. Какая? Девочка. Да не пугайте так, блядь. Девочка! Посраться можно. Там кто-то был, значит, сука. Гасит свет. Чуть-чуть и все. И света. Короче, пусть, наверное, убивает, а? Вон там она стоит, вон она. Змея ебаная. Сейчас закрой глаза. Страха? Тебе страшно? Че, глаза закрыл? Он глаза закрыл. Не, я на ее обзоры не буду делать. Будешь, будешь. Ты пошла, ты играл в одно место. Я удел. Где он, это как о. Где-то должен быть этот как о. Никогда не играйте в эту игру. Нет, наоборот, играйте, если хотите обосраться. Я говорю, не играйте. Если хотите обосраться. Все равно, если даже ты это видел, все равно, блядь, ты не по себе, потому что надо лазить, сука. Если ты хочешь экстрима, то поиграй. Я у нас совсем... Люди, если вам нечем заняться, лучше посмотрите, поиграйте в эту игру. Игра называется? Блять, у нас совсем нахуй погас свет, ёбаный рот. Это игра так называется. Нихуя не видно. А батарейки какие-нибудь еще могут быть? Ты же при такой лампе играл. Батареек нет больше, две штуки. Батареи. А где-нибудь что, есть батарейки? Бля, нихуя не вижу. Блин. Ага.
короче, с вами были два идиота, которые батарейки посадили. Гена, я ее не вижу. Иди нахуй, акаешь, блядь. Че, поебаться хочешь, что ли? Вон, у нас купейка, да, лучше. Акаешь. Че, певец, она убила. Чем она нас убила? Хуй знает, чем она убила нас. Короче, ладно, похуй. Заново. Блядь, нет, нахуй. Ну и нахуй, все равно, блядь, страшно. Хоть, не хоть будет, ночью, хоть днем, блядь. Ладно. С этого вам в нее поиграть. Всем пока, идиот. Так, ладно, все, до свидания.